Ну что, там деду приготовили? Да. И что вы приготовили деду? Да. А стишки? Были. И колядки были? Да. Боже, сколько я упустил. Если бы... Ой, у луги червона калина, покрилася. Чогось наша славна Україна разурилася. Crăciunul, bucurie așteptată de adulți și copii deopotrivă, este mai mult tristețe pentru mamele din Ucraina, ce au luat de mână copiii și singurul lor gând a fost să-i ducă departe de bombe. Aproape se împlinește anul de când sunt atârnate între două lumi, neștiind dacă să încerce să-și facă un rost printre străini sau să se agațe de cel mai subțire fir de speranță că mâine se pot întoarce acasă. В Одессе прожили, дом в селе, ну такое. Пришлось все оставить там и приехать сюда на некоторое время. Мы, наверное, просимся Деда Мороза, мира, мира, еще раз мира. И быстрейшего возвращения домой к себе. Сику ану ноу сламу цянь. Cu gândul la cel mâine fericit, câteva zeci de mame din Ucraina, ajunse în raionul Căușeni la sute de kilometri de țara lor, își poartă copiii de mână, zâmbindu-le atunci când îi duc la școală, unde sunt audienți, la cumpărături sau la locul de joacă. Сегодня будет Рождество, весь город в ожидании тайны, он дремлет в войне хрустальном и ждет. Свершится волшебство. Хоть труп, хоть пятак, не уйдем мы просто так. Дайте нам конфетку, а может и монетку. Не жалейте ничего, накануне Рождество. Ще гривенька, ще гривала, з Новим роком вас вітала, щоб і курки вас несли, щоб і свиньки вас велись, щоб кіт дома нявкав, щоб собака в дворі гавкав, щоб дім фінансував і з розтатком все здобав. Щоб закінчилась війна і ми всі поїхали домой. И чтобы вообще никогда не было войны больше. И чтобы все дети были счастливы. Очень хочу домой, но пока что нельзя ехать. Да, наверное, у всех людей с Украины одно желание, чтобы закончилась война. Ну, то, что люди сидят многие без света, без тепла. И кто-то еще и без воды, если электронасос. Вот это очень печально. То есть у меня родителей в квартире нету генератора, и у мужа тоже. Ну, вот они почти все время без света, без тепла, без воды. Здесь очень здорово, но как только будет мир, ну, мы будем там сразу. Nu le e frig, nu stau în beznă, nu le sperie gândul că o rachetă le-ar putea nimeri casa așa cum trăiesc cu teama cei rămași din Ucraina. Ce sunt recunoscătoare pentru toți ce primesc, însă tristețea răzbate dincolo de zâmbetele oferite gazdelor. Можно сказать, что половина Одессы – это молдаване. История Одессы говорит о том, что много вот архитектурных памятников у нас. Например, музей восточноевропейских искусств построен молдаванином. Прекрасный замок в Аркадии Гагариных – это тоже как построили богатые молдаване, которые проживали в Одессе до революции. Я хотела, чтобы поскорее закончилась война. Чтобы было мирное небо над нашей страной, чтобы мы поскорее вернулись домой. Cumva au început să se descurce, unele și-au găsit un loc de muncă și au înscris copiii la medic, chiar și la cursuri fel de fel în afara școlii. Învață limba română cu profesori voluntari, însă Crăciunul le mai răscolește sufletul. Bună ziua, bună seara, Domni miluiește, Господи помилуй. Пине, лапте. Жду мира в нашій Україні, тільки мира жду. І щоб поїхати домой. Все, що я жду.
Мне все Молдавия дает. Я очень благодарна этой стране. Я желаю, чтобы все, что эта Молдавия дала мне, чтобы все вернулось вдвойне. Вот каждому жителю этой страны. Потому что такой добрый, такой народ. Понимаете, дело же не в украинцах. Дело не в том, что мы Украина и поэтому нас приняли. Дело в том, что это молдаване такие. Были бы это другие какие-то соседи, они бы приняли также и других. Потому что это такой народ. Очень гостеприимный, дружелюбный. У них задача помочь, накормить, обогреть. В принципе, то, что, наверное, присуще хорошим людям. Поэтому я счастлива находиться сегодня здесь. Potrivit cifrelor oficiale, la începutul lunii ianuarie, pe teritoriul raionului Căușeni erau aproximativ 80 de persoane refugiate din Ucraina.